Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, 85 долларов, 305 бакинских в общей сумме. Бежим с тобой в магазин, открываем колоду. И у нас паукус. Да-да, я его узнал, еще даже не открыв. Так, забираем здесь реворд, поднять уровень персонажа. Так, пройти серию испытаний. Давай, наверное, начнем именно с этого. Так, погоди-ка, почему я не могу? Секунду, давай тогда сюда. Отлично. Так, выбираем своих ребятулек и вперед, как говорится, с песней. Первая волна, и тут у нас, ага, Крис Брэдфорд, собственной персоной. Наверное, с него и начнем. Эх, Майки, Майки, что ж так слабенько ты ударил? Блин, и Усаги тоже не лучше бомбанул. Так, отлично, Лео вырубил Криса. Так, Рафаэль дает ответочку, добивает. Так, и остается еще один клан-футовец. Ну-ка, Майки, сделай вторую атаку. Молодец, красавчик. Двигаемся с тобой наверх, на крышу. И здесь у нас Ксевер Монтес и Крис Брэдфорд. В принципе, можно здесь сделать массовую атаку от нашего Усаги. Ну, я думаю, что в принципе, они все готовы отдуплиться, да, от постепенного урона. Только Ксевер Монтес сможет выжить, но мы ему сейчас поможем этого не сделать. Отлично. Давай добьем, наверное, Криса. Опс. А, нет, все хорошо. Так, давай дальше клан футовца. Еще одного. И последний остался. Ребят, мы им даже не дали шанса сделать удар. Все у нас отлично получилось. И мы с тобой идем дальше. Сегодня будет арена, как обычно, и какое-нибудь испытание у нас там осталось, которое вчера мы не прошли. Забираем здесь награду. И дальше идем искать элементы, наверное, для Донателло, скорее всего. Так, давай-ка посмотрим, что нам нужно на него отыскать. Так, генератор щитов. Слушай, ну тут очень много чего нужно. Давай начнем, наверное, с очков. Ага, дудки. А сейчас? Отлично. Так, а нам нужно 5 штук, да? Двое у нас уже найдено. Получается 3. 3 этих штуки очков нужно еще найти. А здесь, если попробовать, может быть, получится. Какой-то телескоп. Мне телескоп не нужен, давайте мне очки. Так, остается еще, наверное, 2 штуки, да, я так понимаю? Ну-ка. Да что ты будешь делать? Телескоп и телескоп, а? Так, секунду, давай перепроверим. Точно мне нужно еще найти. Так, секунду. Да, еще одни очки. Мутаген, это не то. Вот, все. Очки мы нашли с тобой, да? И остаются нам комиксы и дорожные номера. Ну, давай начнем, наверное, с комиксов. Как всегда, выпадает тыква. Я даже в этом не сомневался. Ну вот, пошло-поехало. Тыква, тыква, тыква. Во, комикс один. Ну, мы уже с тобой выполнили задание, поэтому начнем с тобой поиски уже в следующей серии. Здесь забираем, поднять уровень персонажа. Вот это уже хорошо, потому что у нас мутагена, по-моему, о, 34 тысячи. Кого бы нам с тобой прокачать, а? Давай-ка мы, наверное, подтянем к нам... Может, Армагона? Или же Майки. Давай Майки. Сделаем его 84-м. И нам немножко не хватает, чтобы сделать его 85-м. Так, мутаген я, в принципе, набью за счет арены. Так, здесь забираем награды. И переходим уже. Так, неужели еще осколки до сих пор? Ну, я уже собрал, так что ничего страшного там нету. Переходим на турнирочку. И, как ты видишь, меня сбросили до Лиги Самураев 3 звезды. Ранг 59, но это ничего страшного. Будем с тобой опять подниматься наверх. Так, Джозеф, Иптисам и Никитюк. Ну, тут выбор либо Никитюка, либо Джозефа брать, потому что у них больше всего кубков. И начнем мы, наверное, с тобой с Никитюка. Так, берем Лео. Так, Боксер отойди. Хотя тут, смотри, 44-46 уровень. И я, пожалуй, начну отыгрывать 40-х, да? Ох, елки-палки, у меня 40-х целая куча.
Просто тьма. Ну что же, давай. Можно было бы, в принципе, даже Леонардо, мне кажется, не брать. Но ты помнишь ошибки предыдущих серий, когда я хотел сыграть на равных. И, как всегда, мы проигрываем с вами, поэтому я перестраховываюсь. Ну что же, первый бой был идеальный. С помощью Леонардо, конечно же, он всех тут под откос пустил. И мы с тобой переходим на 25 место. Ноунейм, Александр и Лореданна. Лореданна. Ну, выбор здесь, наверное, очевиден. Будем с собой брать именно Лореданну. Так, Лео, давай возвращайся. И ко всему прочему, ох, нифига себе у нас. Раз, два, три, четыре. Очень много персонажей 40-х уровней. Я даже не думал, я думал, у меня больше полтинников. Но не тут-то было. Ну что, кролики? А нет, не кролики. Лео начинает первым и, соответственно, заканчивает этот раунд в чистую победу в нашу пользу. И мы с тобой переходим дальше. Так, мы должны с тобой добраться до сёгунов, пройти сёгунов и попасть как-то в мастера. Но я не уверен, что у нас именно за сегодняшнюю серию это получится. Но мы постараемся дойти как можно выше. Юрка, Жан-Балат. Так, ну тут выбор вот между ними. И я возьму, скорее всего, Юрку. Он будет послабее. Единственное, что у нас очень мало откатов. Очень мало. Осталось 3 штуки. А героев, как ты видишь, у меня еще целая куча. Ну, у нас есть Усаги, есть Железноголовый, Рокзар. В общем, с помощью этих ребят мы дальше, конечно, за тобой попробуем. Но почему я беру Лео? Потому что, друзья мои, вы сами понимаете, у него массовая атака, вот эта вот вертушка, которая косит всех. У Рокзара, да, нет такой массовой атаки. Есть у Железноголового, но он, я тебе не скажу, что на 100% может всех забомбить с выстрела. И тем не менее, мы с тобой попадаем уже в сёгун. 92-я позиция, и мы продолжаем. Так, давай-ка мы определимся здесь. Ага. По кубкам все одинаковые, но по уровню, мне кажется, будет слабее все-таки Роджерио. Какое странное имя ты выбрал для себя, Роджерио. Ну ладно, будем тебя немножко проучивать. И, кстати, уровень уже здесь 48, 49 и 50. Я до сих пор еще пляшу на 45-х. Ладно, я думаю, это для нас не помеха. Тем более, когда у нас в команде есть Лео, который может проучить всех. Окей. Да, для меня здесь самое главное, ребята, не сам процесс боя, да? Там какие-то заморочки или еще что-нибудь. А как можно быстрее прорваться вперед. Вот это номер один для меня сейчас. Нам бы хотя бы вернуться в прежнее русло. Мы с тобой закончили, если не ошибаюсь, на сёгунах 2 звезды. По-моему, там была 78-я позиция. Могу ошибаться, конечно, но ты понял, да, суть? Здесь Макс. 20 кубков у него, и поэтому будем начинать именно с него разборочку. Раз, два, три, четыре. И, кстати, уровни уже здесь 55-е и 52-е. Вроде Макс, да, имя мужское, а на фотографии почему-то девочка. Может быть, Максимилиана какая-нибудь? Такой тоже может быть, и просто сокращенно назвалась я Макс. Но это уже не важно, потому что мы ее победили и двигаемся дальше. Так, какая у нас сейчас будет позиция? 45-я, слушай, недурно, недурно мы с собой продвигаемся, я бы сказал, даже уверенно. Так, Камила, Алена и опять же ноунейм. Ну, начинаем, конечно же, с Камилы. У кого больше кубков, того, ребята, и начинаем разбирать. Так, где мои тут? Рокстеди, Донателло Видение. Так, Донателло Космос и Леонардо Видение тоже, да? Нет, это не Видение, по-моему. Это Леонардо у нас. Нет, это не Видение, ребята. Я уже забыл, как его увеличать. Из Видения это у нас с флагом, который, да? С луком. Вот там Видение, а этот у нас. Как он там, елки-палки. Ой, забыл я. Короче, шуты гороховые. Коротко и ясно. Так, ну что, теперь мы с тобой Леонардо, естественно, взять не сможем. И поехали, будем уже своими силами. И тут у нас Резенма. Окей, что ты мне показываешь, типа тихо? Ну, будет тебе сейчас тихо. Беру сюда Зека, возьму Рокзара. И уже Рокстеди, Кунаичи и наша лиса. Так, Аллапекс.
Ну что же, первым ходит у нас, конечно же, Зэк. Он бросает бомбочку. Сплинтер, наверное, контратаку будет делать, естественно. Так, теперь я, наверное, возьму провокацию. Кстати, здесь 54 уровень, надо быть предельно осторожным. И хочу добить вот этих вот кроликов. Надеюсь, получится. А ну-ка. Мимо! Оу, ёпарасете, ребята. Полный почти отхил. И нам сейчас вмажут. Вот этого, конечно, я и боялся. Так, ладно, давай попробуем. Да ну. Так, секундочку, если мы вот так сделаем. Так, кроликов разобрали. Крис Брэдфорд, ага, делает баф. На всех почти повесил контратаку. Ты серьезно, что ли? Кроме самого себя. Слушай, ну Рокстеди лучше не рисковать. Мы не будем с тобой делать массовую атаку огнеметом. Давай. Ты серьезно? Сейчас еще постепенно урон повесит? Нет, не повесили. Так, давай заблокируем, наверное, способность ему. Отлично, теперь добьем. А вот теперь самое интересное, кого начнем? Давай, наверное, с Майки. Мимо. Твою же налево, ты посмотри, что происходит. У нас хиллера нету? Нету. У нас с тобой нету хиллера. Это проблема. Блин, а Лапекса неохота подставлять. А придется, друзья мои. У нас другого выбора нету. Нам надо кого-то бить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же тут происходит, друзья мои? Да ты достал уже, Майки, три раза ходишь. Какого фига, блин? Нате вам. Замедляшка сработала? Да, сработала. Нам главное, чтобы у нас в данный момент... Так, у них постепенно... Угу. До сих пор еще контратак. Почему так долго она держится на них? Вот объясни мне, а? Так, у Рокзара скоро, друзья мои, закончится провокация, и тогда нам будет крышка. Ага, слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем смерть с небес. Отлично. Так, теперь попробуем добить Майки. Да ладно, все, Лапекса мы потеряли. Грустно, печально, но никуда от этого не деться. Потому что я сам лопухнулся, я просчитался, друзья мои. Я же знал, что у Майки именно фильм есть восстановление ХП. Но я, честно говоря, не думал, что он, как говорится, воспользуется этим. Но видишь, не просчитал маленечко и за это поплатился. Ну ладно, пятая позиция, Лига Сёгунов, две звезды уже нас поджидает. Так, Ленчи, подожди, давай смотреть по низу. Угу. Уровень слабый будет у нас у Александра. Тут 51 и 54 уровни. Так, берем Донателло сюда. Берем с тобой Армагона. Так, и у нас тоже уже пошли полтинники. У нас с тобой провокации нет. У нас есть две хорошие массовые атаки. Одна от Донателло, другая от Армагона. И главное, чтобы они успели это все сделать. Только в этом случае мы с тобой выживем. Начнем. Так, я не посмотрел. У них хиллер только Бакстермуха, да? Ну да, поэтому надо... Да ёпрсы, да какого же лешего ты... Ну-ка, давай, Донни. Шикарно, круто. Не зря я все-таки Донателло прокачиваю. Вы сами только что видели, как он уложил всю эту стопочку практически всех. Ну, кроме одного там. Не хватило маленько, но его Майки уже, как говорится, ролевой. Вот как их величать, ребята. Ролевики. Ну что же, мы с тобой передвигаемся в Лигу Сёгунов от 2 звезды, 84-я позиция. Кстати, есть шанс перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды вот за сегодняшнюю катку. Дмитрий и Михаил. Берем Димку. Так, берем Бакстера Стокмана и сюда же приплетаем. Раз, два, три. И для подстраховки я, наверное, возьму все-таки Змейка Вьюна. Как массовика-затейника, который будет, если что, добивать. Но он должен, обязан, понимаешь? Мы для чего с тобой высаживали этот сорняк? Именно для этого. Ах ты, Майки. Как всегда, инициатива у него высока, поэтому он усилил и ускорил даже, да? Ой-ой-ой-ой, не надо так делать. Погнали. Так, а ну-ка еще разок. Шикарно, друзья мои, шикарно мы с вами здесь провели атаку и... Да. Майки меня не подвел. Все-таки не зря он повысился по рангу. И видишь, уже у него, как бы тебе сказать, достойная атака. И мы с тобой перемещаемся на 62-ю позицию. Неплохо, я тебе скажу. Неплохо. Так, Максум, Лука и Маха. Значит, ну тут, наверное, не Максум. Тут, наверное, хотели сказать Максим. Ну, в общем, будем начинать с него. Берем железноголового. Так,
Мондогекко, Крысиный король и Бибоп. Поехали, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, если честно, да, железноголового здесь было бы более чем достаточно. Ну-ка проверим. Ага, не тут-то было, ребят, не тут-то было. Мондогекко, давай, блокируй. Так, только одного. Значит, нам с тобой лучше уничтожить, естественно, Бакстер. О-хо-хо-хо-хо, тихо-тихо-тихо. Нет, нет, не надо вот этого. Фу. Блин, надо уничтожить обязательно Бакстера Стокмана, пока он сейчас не сделал свою массовую атаку. Слава богу, он уже ее не сделает. Мы добиваем Рафаэля. И, наконец-то, добрались до Бибопа. Раз. И два. Все. Мы выбили их из колеи, ребята, и продвигаемся. На какую позицию? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Ну-ка, серьезно. 62-я остановится. Ага, 41-я. Грубо говоря, нам еще где-то боя 3-4 нужно сделать, и все будет окей. Здесь все абсолютно одинаковое, но самый слабый, наверное, здесь у нас все-таки получается Демьян. Именно по уровню. Берем Криса. Берем с тобой двух караек. Эйприл и Крип. В общем, ребят, я надеюсь на наших караек. Что карайку обычную, что карайку змею. На ихней массовой атаке. Поехали. Ну, неплохо. Хан практически уже вырублен. Тихо, тихо, не надо буянить. Так, замедляшка сработала. Правда, не на всех. Так, кто нам здесь вреднее всех? Наверное, Мондогекко. Мы его с тобой пробиваем. Так, слышь, успокойся, а. Наверное, все-таки я хильнусь. От Эйприл в бою никак... Ой-ой-ой, смотри, что делает. Ты смотри, что этот жучара сделал. Так, попробуем, наверное, слэша наказать. Постепенный урон. Ага, не повесили. Обидно. Так, а вот это вот, ребят, серьезная проблема. У Донателло очень крепкие щиты. И теперь нам придется долго париться, чтобы хотя бы пробить. Так, бафаемся. Ой, жалко мне, конечно, Эйприл нашу. По-моему, ее тут, друзья мои, вырубят. Они могут, если, конечно, успеют. Ну-ка, заморозка, хоть бы сработала, а? М-м. Давай повесим щиты от Криса Брэдфорда. И... Слушай, а я же могу провокацию взять, да? Но это рискованно. Попробуем так бомбить. Нет, 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 не надо. Они же все... Они сейчас ушатают, скорее всего, мне Эйприл. Мне кажется, будет именно так, друзья мои. Опа, все. Пока, Эйприл, ты достоин. А мне не хватило буквально, ребята, одного хода, чтобы я повесил провокацию на Крипа. Грустно такое, конечно, смотреть, наблюдать, когда твои бойцы падают, как говорится, за просто так. Причем Эйприл здесь вообще ничем не виновата. Она даже никому не сделала физического урона. Ну да, магически немножко там, ну, телепатию, да, и все там подобное. Ну ладно, друзья мои, переходим с тобой на следующую позицию. Давай глянем, какая у нас будет. 20-я, наверное, да? 25-я? 27-я, что-то как-то кисло. А, ну правильно, мы же с вами потеряли бойца. И здесь мы с тобой возьмем, ну, я думаю, что Владимира. Возьмем Владимира, беру Рафаэля сюда. И отыгрываем своих вот этих персонажей. В общем, вся надежда на Рафаэля, да, на его провокацию и, соответственно, контратаку. Массовых атак здесь не так много, в принципе, должны с вами как-то прорваться. Так, делаем дебаф. Теперь вешаем провокацию и пускай теперь попробует пробить. Так, вешает иммунитет на себя, ладно. Ну-ка, ответочку, нормуль. Ладно, хиляет, что ли? Ну, фиг с тобой. А мы делаем крик. Замечательно. Так, я еще ускорюсь. Это будет лучший, наверное, вклад. Ну и поехали. Начнем потихоньку их разбирать. Иммунитет, конечно, нельзя здесь повесить. Никакого непостепенного урона, да? Ой-ой-ой-ой. Так, морозилка, ты будешь у меня сейчас хилять, если успеем. Опять, опять эти щиты. Донни, ты достал, а? Ну, вот серьезно говорю. Ты достал со своими щитами уже тут. Давай хильнемся. Слабый хил, ну ладно. Минус одну единичку отняли. Здорово просто. Так, ну-ка.
Ой, у них же иммунитет. Да что ж ты будешь делать? Я совсем ребят забыл. Так, минус Майки. Лео, успокойся. Минус Лео. Так, морозилка тоже минус, нет? А, нет, еще живет. Давай вырубим, наверное. Не получилось, понятно. Донни, иди отсюда. Рокстеди, в кого он бежит? В Рафаэля, да? Да, и за это поплатился. Ну, а мы с тобой попробуем так вот, получится пробить? Не вышло, так? Да что ж ты будешь делать-то? Морозилка, успокойся. Друзья мои, мы здесь прошли, слава богу, без потерь, и то благодаря Рафаэлю. Потому что Рафаэль стоял в провокации. Ну, вы сами видели, что как происходило. И мы с тобой перемещаемся на 6-ю позицию. То есть, да, мы сегодня попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды, и это очень классно. Так, здесь Аганес и Юрка. И я думаю, что Аганес будет послабее, потому что здесь 59-й уровень, а здесь все-таки уже 60-й. Погнали. Берем Усаги. Раз, два, три, четыре. А, следующий вопрос. Так, погоди-ка, мы, наверное, сделаем немножко по-другому. Вот так. Даже, наверное, не так сделаем, а вот так, скорее всего. Потому что я еще хочу сделать полноценный один бой. Здесь у нас очень много слабых звеньев. Это у нас и Муха. Так, у них есть хил, об этом не стоит забывать. Причем, ну да, Макмен тоже этот жесткий чувак. Массовых атак, к сожалению, у нас здесь очень и очень мало. Так, ну что, давай попробуем пробить. Никак не получается. Оу, кому? Все, ребят, по-моему, Шархана мы с вами потеряем. Этот, естественно, сразу за хил хватается. Как же без этого? Ну-ка, попробуем проучить маленько. Да уж, атак если сделать. Так, друзья мои, тигр, тигр в опасности. Так, хиляем срочно. Да что ты, массовые атаки, ребят, пошли. Это плохо. Так, добиваем, наверное, да ш... Сплинтер! Ну ты бомжара, а? Ты даже не смог забомбить этого, морозильную кошку. Блин, почему у нас все время, ребят, плохо идут бои? Почему-то постоянное время у нас без потерь никак не обходится, понимаешь? Что это за атаки никчемные? Второго бойца уже теряем. Да, не ожидал я, конечно, такого от Сплинтера, такой подставы. Я думал, что он такой, знаешь, сильный, а он, оказывается, вообще ни о чем. Из-за него потеряли двух бойцов. Ну, здесь, конечно, есть доля моей вины, потому что я не взял хорошей страховки, ребят. Если бы у меня был бы кто-нибудь посильнее, да, как изначально у Саги, ну, там, конечно, и разговора никакого не было. Так, давай здесь с тобой выберем, наверное, Адама. Вот, если у нас в команде у Саги и вот эти все остальные слабачки, то, поверь мне, победа будет за нами. Единственное, я думаю, стоит ли мне брать Леонардо видение. Если какая-то промашка, нас распишут. Я думаю, все-таки я рискну. Поехали, друзья мои. Риск — благородное дело. Ну, как говорится, не потеряв бойца, тоже неинтересно, да? А хочется как бы позлорадствовать над Рэем. У нас с тобой за плечами сколько легендарных великих побед. Поэтому можно немножко, как говорится, и пасануть. Ну, в принципе, нам остается... Сейчас куда? Ну, конечно же, влево, друзья мои. Ну, ай, взяли, как говорится, и потеряли. Ну, фиг с ним, зато прошли. И мы с тобой переходим куда? Ну, по идее, мы уже с тобой в Лиге Сёгунов, да? Три звезды. Давай. А позиция 85-я. Все, ребята, на этом пока заканчиваем. И переходим с вами на испытание. А испытание у нас с тобой сегодня будет «Городская война. Свет в темноте». О, кстати, Шреддер. А если я не ошибаюсь, нам не хватает... Сколько, кстати, ДНК до Шреддера? Давай-ка посмотрим с тобой. Идем в список. Шреддер. А какой это Шреддер? Ага, все, я вспомнил. Сейчас мы его найдем и посмотрим. Ага, здесь очень много. А какого Шреддера, вы говорили, можно уже прокачать? Там две ДНК вроде бы ему не хватало.
Так, здесь на Бибопа две дынка не хватает. Тоже не стоит об этом забывать. Ага. Так, погоди, по-моему... По-моему, как раз вот этот шреддер сейчас и будет. Да? Слушай, ну давай проверим. Давай проверим. Надеюсь, мне дадут хороших бойцов. Давай-ка глянем. Ну, друзья мои. Мы пройдем это испытание на изи. У нас полностью вся команда имбовая, так что у Шреддера нет шансов вообще на выживание. Так, сколько здесь волн? Три волны. Мы сейчас быстренько их пробежим. Давай, ребятка, разбирайтесь с этими олухами. Получим с тобой ДНК на Шреддера и попробуем, наверное, немножко еще пофармить. Слава богу, телепорты пока есть. Пока не у нас закончится, я думаю, мы накопим с собой достаточное количество баксов, чтобы купить новые. Ну, а пока все на изи. Так, ну что, друзья мои, первый бой у нас пройден идеально, без потерь. И мы с вами зарабатываем... Что там? Бакстер-муха. Угу. Так, потом идет Саблезуб, Хан. Ну, в общем, пока ничего интересного здесь не будет. Единственное, по-моему, нам здесь нужен как раз вот этот Шреддер. В этом испытании. Ну что, друзья мои, давайте зажигайте, как обычно. Тут враги 20 уровня, они для вас просто семечки. Как говорится, вы их съедите и выплюньте, не переваривая. Так, Маузер минус. Второй Маузер минус. Клан Футовец улучшенный или усиленный тоже минус. А здесь та же самая Петрушка. Минус Маузер. Ага. Так, Ланфут падает. И этот падает. Переходим с тобой на последнюю волну. И здесь уже как раз и встречает нас Саблезуб, который сразу же падает. Встречался. Так, замечательно. Минусуем. И этого тоже убираем. Ну что же, переходим с тобой на следующий эпизодик. И там у нас вообще сколько их? 7 или 8? Саблезуб. Так, посмотрим. 8 эпизодов. Кстати, вот этот, по-моему, Роксади нам нужен, да? Или нет? Что-то я не помню. По-моему, у нас носороги все прокачаны, кроме... Которые там этих... В костюмах кролика. Вот, кроме них. А, вру, друзья мои. Еще Роксади, который... С пулеметом, с автоматом. По-моему, он тоже у нас не прокачанный. Ну, на них так редко выпадают ДНК... И в основном это можно... Кстати, в магазин нужно будет заглянуть и посмотреть, вдруг кто-нибудь из персонажей продается за сюрикены. Мне нравится вот эта вот погодка, когда дождик на улице, да? Вот прям сижу и спать охота. Мне всегда, ребят, под дождик, как говорится, спать клонит. Я засыпаю и очень-очень крепко сплю. Но зато, зато я тебе могу сказать, очень хорошо высыпаюсь. Ну что, три звездочки, как и полагается, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, Хан у нас в копилочку падает. Давай зайдем быстренько с тобой в магазин, просто глянем. К сожалению, никого нам не нужно. Все у нас тут есть. Эх, друзья мои, на этого бибопчика нам еще нужно с тобой 97 ДНК, и он у нас будет прокачан по полной программе. Здесь тоже немножко не хватает, да? Сколько здесь? 15 ДНК, и у нас Рафаэль тоже прокачается. Эх, да. Всего хочется многого, но по времени никак не получается. Так, ну а мы продолжаем с тобой наши испытания. И у нас, ага, Рахзар будет разыгрываться. Кстати, я всех ребят поздравляю, которые буквально в ближайшее время получили и открыли новых персонажей, а которые перевели в платиновый ранг. Как говорится, поздравляю вдвойне. Молодцы, так держать, друзья мои. Некоторые ребята писали мне, что вообще всех персонажей буквально на днях перевели в платиновый ранг. Я не знаю, правда, на взломке играли или нет. Но все равно, это хорошо, ребята. Они могут теперь тестить любого из персонажей и говорить какие-то хорошие или плохие стороны. И я пока всех судить не решаюсь. В основном прокачанных своих бойцов. Да и то, на самом деле, могу только на 100% про Лео сказать. И то, даже не на 100, а на 99,8. Потому что у него не прокачаны все скиллы до 7 ранга. Вот когда будет полностью топчиком, да, тогда будет вопрос закрыт.
Ну, а сейчас я тебе скажу только одно, что он у меня сотого уровня, прокачаны все скиллы до шестого уровня, и он имба у меня. Ну что, мы с тобой идем на эпизод пятый, и тут у нас Бибоп. Ну, естественно, Бибопчик тоже здесь отхватит свой, потому что здесь уровень только лишь 50-й. То есть, даже мой слабый Донателло здесь будет разруливать ситуацию. Отлично. Переходим с тобой на вторую волну. Вау. Так, улучшенный клан футовцы, в принципе, нам не проблема. Ну, зачем ты это делаешь, Майки? Мог бы просто обычным, у тебя, тем более, двойной удар был. Просто его нунчаками своими забомбить. Так, а здесь у нас и Саблезуб, и Рокзар. Вырубили моментально. Так. Ага, Донателло поставил защиту дополнительную. Ну, в принципе, вот защита у него хороша, согласись, да? Очень сильная броня. Вы сами видели, как я там пыхтел, разбирался. Именно проигрывал тем отрядом, где есть Донателло. Он как влепит эти свои щиты, лучше бы он сюрикенами бомбанул. Но нет, он именно щиты ставит. Так, а здесь антищит, ребята. Ха, повесили на моего Леонардо. То есть понизили защиту. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас следующий эпизод, где будет разыгрываться, по-моему, Шархан. Тигриный коготь. А ну-ка посмотрим. А нет, нет, друзья мои. Идет Рокстеди, а уже после Рокстеди идет Шархан. А там уже, как говорится, и Шреддер недалеко. Вот он-то мне как раз и нужен будет. Я хочу на него сегодня... Нет, сегодня вряд ли получится нафармить. Но в любом случае за победу получим одно ДНК, да? И возможность получить его при фарме. Ну там шанс, конечно, маленький. Но можно будет попробовать, пока у нас с тобой не закончится пицца. Так, ну что, погнали. Вот, Доня молодец, красавчик, ставит щиты, и все нипочем. Майки ушатал, Усаги ушатал, и Лео добил. Так, третья волна из четырех, здесь у нас кто? Рокзар, Хан, и все, да, и остальные пошли клан футовцы. О, Рафаэль делает ход козырем, он берет провокацию на себя, соответственно, фиг его кто пробьет. Донни бросает сюрики, наносит офигенный урон. А Рокзар берет провокацию, но это, естественно, его не спасет. Минус. И здесь, наверное, тоже минус. Почему? Почему он сделал вторую атаку слабую такую? Первая вроде неплохо, да, прошла, а на второй атаке он сдулся. А ну-ка посмотрим, какие здесь будут действия. Молодец, Лео, вырубил сразу. Так, апперкот делает Рафаэль. И вырубает. Молодец. Но вот этот удар, конечно, у Донателло не прокачанный. Когда он бросает минку свою, бомбочку эту, да? Зачем ты, Лео, делаешь? Вот это вот дурость, ребята. На последнем врагу делать супер атаку. Не знаю, мог бы просто добить. Но ему надо было выпендриться. Показать себя предо мной, да? Типа, насколько он хорош. Ну, мы с тобой переходим на седьмой эпизод. Ребят, здесь 75 уровень. Здесь уже нужно быть аккуратным, потому что Донателло наш может слиться. Поэтому я буду сам играть, дабы не допустить такой оплошности. Так, давай-ка мы с тобой. Они еще под ускорением все. Ах, вы жуки. Так, давай вырубим, наверное, этого. Отлично. Добиваем с тобой Маузера. Ну и клан футовец тоже пойдет на добивку. Вторая волна из пяти. Опять же здесь клан футовцы. Я бы, конечно, на самом деле хотел бы добить их просто массовыми атаками. Ага. Нету. Давай так сделаем. Всем по удару, и они упадут. Ну куда ты выделываешься, а? Ой-ой-ой. Видишь, у Донателло, ребята, есть все-таки урончик получает он. Но 70 уровень, не 80. Не очень большой разрыв. Поэтому это и ощущается. Так, здесь Хан, и давай-ка повесим щиты. И начнем, наверное, с Хана. Ага, заблокировали. Так, и сделаем с тобой массовую атаку. Нормуль. Кстати, по-моему, это единственное испытание, где нету боссов. Ты заметил? Мы с тобой практически все испытание прошли, а боссов здесь нет, здесь просто персонажи. Так, Рокстеди, ты нам здесь не нужен. Бибоп,
Я как бы тебе тоже здесь не рад. Ай-яй-яй, Рафаэль, что так слабо? Молодец, Донни. И поехали. Так, две атаки. Не успел. Так, хорош пулякаться здесь. Получил свое. Давай, уничтожим его. И остается здесь последний. Переходим на последнюю волну. Вон он, ребята, Шреддер. Но нам нужен не этот, или этот. По-моему, не этот все-таки. Хотя, почему не этот? Именно он, ребят. Есть же классический Шреддер, да? А нам нужен вот этот. Так, Донни, молодец, красавчик. А че я буду теребунькаться? Давай с тобой сделаем просто массовую атаку от Усаги. Ну-ка. Так, ну этот отдуплится. Нам нужно с тобой муху. Муху надо добивать. Так, Шреддер. Ага, делает массовую атаку. Ах ты, жулик. Ну, ему, в принципе, крышка. Да, разбомбили. Интересно, а здесь можно его фармить или нет? Давай-ка мы с тобой глянем. Могу ли я его в этом испытании получить? Тигриный коготь у нас в кармане. Давай-ка глянем. Нет, здесь нельзя. Вот только тут, ребята. И, кстати, можно выполнить полную комбу. Если мы здесь получим одно ДНК и здесь вытянем с тобой... Если мы с тобой здесь вытянем. Кстати, у нас здесь не пицца, а у нас сыр тратится. Поэтому... Ага, особо сильно не нафармишь. Но есть следующий день, да? Когда сыр восстанавливается. И можно будет, конечно, еще разочек попробовать пофармить. Так, а здесь какой уровень? 80-й. О, здесь уже еще опаснее, ребята. Можно, в принципе, начать с массовых атак. Но так как 5 волн и здесь вся эта шушера будет собрата. Так, по Донни бомбит, да? Ну, у нас 2 хила есть, так что я особо сильно тут не расстраиваюсь. И не напрягаюсь. Так, Донни. Майки, давай. Слабо, очень слабо. Ну, добей его, пожалуйста. Отлично. Вторая волна, опять эти самураи у нас тут. Давай так сделаем, не будем тут с ними долго рассусоливать. Ух ты, выжил. Ну ты даешь. Так, на третьей волне нас ожидает Рахзар, муха и саблезуб. Начнем с мухи. Ой, Майки, как ты слабо бомбишь. Сюрики. Так, секунду. Давай добьем все-таки муху с тобой. Так, нам здесь Рахзар не нужен. Так, по идее, давай так просто бомбанем по нему. Без уклонения, без всего. Эй-эй-эй, добей его. Отлично. И остается у нас мутант. Как их там? Клан футовцы. Четвертая волна. Угу. Повесим на себя щиты. Так, дальше пробуем. Можно, в принципе, Усаги запустить в бой. Давай сделаем. А Шреддер у нас будет один или, опять же, в группе? Вот этого не помню. Так, минус. Так, тихо, тигриный коготь. О, вот это плохо, друзья мои. Нам бы с тобой, конечно, хильнуться. Так, этот повесил на себя уклонение. Нам нужно хильнуться с тобой. И... Давай вот так вот сделаем. Усилим атаку. Так, сделаем, наверное, с тобой уклонение. Все, друзья мои. Теперь просто начинаем их разбирать одного за другим. Как мимо? А, уклонение. У него, кстати, да, довольно сильное уклонение. Наверное, как у Леонардо оригинала. Что-то типа того. Там, я не знаю, какая процентовка, но очень мощная. Так, тихо. Вот теперь нужно нам... Ёлки-палки. Лечимся, потому что Усаги что-то вообще... Плохо себя чувствует. А ну-ка. Ай-яй-яй. Да ну, два удара и все мимо. А так. Готов, парень. Ну, и пятая волна. Шреддер один или нет? Твою ж налево, тут супер Шреддер, оказывается. Слушай, я за Усаги что-то боюсь. И за Донателло, кстати, тоже. Ой-ой-ой, он может там сейчас так прописать. Давай, наверное, все-таки сделаем баф.
Надеюсь, будет броня, надеюсь, будет контратака. Отлично, отлично. Так, пробивной. Какой он сильный, а ты посмотри. Так, он делает, ребята, отхил постепенный. И еще защита. Вот, видишь, я этого и боялся. Начинает Донателло крушить. Поэтому берем с тобой провокацию на Рафаэля. Но у него есть еще массовая атака, об этом тоже не стоит забывать. Что-то вообще, ребят, ну что это за урон? Детский. Ну-ка. Есть, заблокировали ему способности. Теперь он не сможет никакие делать массовые атаки. Суперские, да? Шукс, отлично. Не-не-не-не-не, Рафаэль тебе не по зубам, парень. Но он отхиливается нехило. Так. Совсем чуть-чуть остается, да? Ну-ка. Ну, есть, опять мы ему заблокировали. Да что ж ты, даже Лео, ребят, не может пробить его. Ого-го, как он крепкий. Так, Рафик, ответку. Блин, я за Рафаэля боюсь. Очень мало у нас здоровья на Рафике. Да ну, какое мимо, блин. Ну это вообще, ребят, какой-то сговор, блин. Пахнет керосином на самом деле. Мне нужно пройти это испытание на 3 звезды, ты понимаешь, да? Чтобы можно было фармить. Усаги, вся надежда на тебя. У него еще что там было-то? Ты видел, у него сработал... Ну, короче, он должен был погибнуть, но он... Есть! Постепенно урон его добил. Ё-моё, Усаги, ты красавчик. Ты красавчик, ну что же. Теперь этот уровень можно будет спокойно фармить. У нас с тобой 2 попытки есть. Поехали. Ай, какие доллары. Нет, ребят. Не в этот раз. Но все равно я этого Шреддера получу. И мы его в ближайшее время пропаем. Да-да-да. Он у нас какую звезду-то там получит? 5-ю, друзья мои. 5-я звезда. То есть он будет фулл прокачан. Ну, надо будет его, естественно, потом перевести в платиновый ранг. Хе-хе. Отлично, вот это мне нравится уже. Так, мы с тобой набили там мутагена, да? Нам не хватало до... Чтобы майки перевести 85-й уровень. Вот так, ребята. Отлично, отлично, да? Были сегодня и проигрыши на арене. Были и выигрыши. В общем, все хорошо. Почему у нас здесь ничего нету? Скоро, скоро. Ну а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!